Вот и последние несколько островков Швеции, а дальше Балтийское море. Я, скорее всего, заночую направо. Налево там гостиница, говорят, есть. Точнее, карта говорит. Красота. А вот хата моя вот та вот. Лебединая кормушка. Так лебеди ее, похоже, не видели. Море и погода сейчас такие спокойные. Хоть ночью выходить на большие дистанции. Пингвины какие-то летающие. О, расцветка прикольная. Как я не люблю моменты, когда я иду прямо, и тут на подрезание идет какой-то корабль. Стремно выглядит. Вдруг не заметит. Один посередине до ближайшего берега 15 километров. Что до того. Ну реально какие-то пингвины летающие. Вон один сзади заныкался, лежит. Ему хоть бы хны, а? Ему вообще по барабану. Кто здесь? Нифига ты пофигист. Здорово, ребят. Возвращаются. Все время круги вокруг меня наматывают. Поздравьте меня. Я попал в клещевой рассадник. Милипусик такой. Детеныш, похоже. Я не знаю, сколько их на мне. Уже 4 или 5 как минимум завалил. Там уже кладбище начал строить. Не знаю, видно или нет. Вот он, козяк ползет. Вот он, во. Мелкая, с 0,5 миллиметра. Надеюсь, они не могут мне прокусить кожу. Иначе я не знаю, что со мной будет. Высосут всего. Буду дальше искать. Этого я еще 2 нашел. Свистец. Это каждую мусоринку надо проверять на движение. И вот только тогда можно обнаружить маленького клеща. Стряхиваю нафиг все с штанов и нахожу клещей. Троих, двоих. Я их уже, наверное, десяток как минимум убил. Вот он, на пакете даже сидит. Здоровый этот. Этот здоровый, там совсем маленькие были. Похоже, только рожденные. Вот с прожектором ищу следующих. Лапки тянет 3 диска. Ну хорошо. Сейчас протянешь. Это звездец, у меня, по-моему, уже сейчас истерика будет. А так приходится встряхивать и смотреть. Потряс яйцами, 2 клещей снял. Это ужасно. Этих, которых маленьких, где-то. Здорово-то я только с пакета снял. И еще там где-то. Они ушли самые первые. Надеюсь, никакие в голову не залезли. А так сидишь просто и чувствуешь, что что-то там где-то чешется, все. Ассоциация с клещами. Паранойя! Да. У меня еще вещи снаружи. Твою мать! И кроссовки. Ну, в общем-то, поспал я нормально. Устал от этой... Как там его... Паранойи. Постоянной. И уснул. Ну, естественно, что там. В общем, как вы думаете, сколько я их перебил? Клещей. Не угадайте. Это был писец полный.
Надо было, наверное, все-таки действительно сразу бежать оттуда. Те 6-7 клещей, которые я когда-то там снимал, это фигня. Тут у меня было как минимум десяток взрослых, там больше десятка. И больше 50 это мелких, которые там где-то порядка миллиметра, даже чуть, ну, 0,1 миллиметра где-то так. Их очень много было. Просто снимаешь этот колпак с палатки и видишь один клещ, снимаешь, давишь, опа, а там еще один сразу. Знаете, как по ягоды в грядку идти? Берешь ягоду, видишь, там еще одна. Берешь самую следующую, а там еще две. И вот так вот снимаю с палатки, потом стряхиваю с себя, со штанов. Точнее, сначала проверяю, там есть что, нет, что не увидел, стряхнул, если было. Вот. Ну, смотри, опа, здоровые уже, взрослые особи ползли. Нормально, давай, ну, дальше с палатки снимать. Ёшкин кот, это был ужас. Но к этому, оказывается, привыкаешь, поэтому это уже пошло в раш его десятками, просто полсотни, как негр, как почти как с куста. О, это ужас. Я не знаю, сколько их еще осталось в палатке. Потом придется на новом месте ее разложить, проверить. И узнаем, сколько, насколько больше станет. Вот так вот я развлекаюсь иногда. Вам еще не страшно в лес ходить? И, конечно же, я не исключаю, что кто-то на меня все-таки залез. Поэтому паранойя продолжается. Как только что-то где-то чувствую, так сразу же там чуть ли не штаны снимаю, чтобы проверять. Но, в конце концов, я этим запарился, поэтому там как следует расчесываю, что если там кто что засунул, то чтобы ему нафиг лапки переломало. И, конечно же, массово огонь поливают комары. Они кусают, это начинает зудеть очень сильно. И этот раздражитель отвлекает от более мелких того, как чувство, как ползет клещ, к примеру. Поэтому они могут пробраться очень незаметно. Твари работают в группе. Чем не пингвины? Форма, цвет, размер, пингвины! Похоже, мое местечко. Вот здесь особо не покупаешься. Хотя разве что в сапогах. Такой грязи. Шел до туда, смотрелся, там вроде как. Ну так себе что-то есть. Тропинка, опять же, какая-то для животных. И снял трех клещей. С ботинков. И все. Я пошел дальше на камушек где-нибудь. Ну вот, собственно, я нашел место. На камнях. Собирал палатку потихонечку. Слой за слоем проверял. В общем, 10 клещей еще даванул. Одного взрослого довольно-таки. Подростка. Итого с того леса уже порядка 70, даже больше. А еще я развожу комаров. Не палимся, мы бревно. У меня уже такое переутомление, что я засыпаю, когда грибу или особенно под парусом иду. Я засыпаю. Затем волна бьет в весло, и я просыпаюсь. Либо я просыпаюсь от того, как я начинаю заваливаться. Остановился я на островке. Вот здесь вот. Пошел камни искать, чтобы палатку натянуть. Нашел бутылочку с письмецом. Вот я уже что-то вижу там. Ни хрена непонятно. Но надо же вскрыть, посмотреть, что такое написано. Вам покажу. Я хрен откроешь еще.
Там, кстати, еще одна лежит. Кто-то перепиской занимался. А может быть, о помощи писали. Просили. Дези бросается, да? Карта сокровищ. Ну, здесь уже что-то более-менее понятно. Бутылочное письмо. Ну, поздравляем. Ты только что получил специальное там бутылочное письмо. Отправленное от Аури Увяр. 2004 год. 19:35. Время Surfparadise Rist на Hume Estonia. In case you can inform us where and when this mail was received, reply to... Ребят, я отправлю. Пярнума. Welcome to Estonia, Пярнума. Сардевальд. Абья Тыла Фарм. Да что же это такое здесь? Бермудский треугольник, что ли? Смотри, что у нас здесь. Детские рисуночки. В общем, ни хрена не понятно. И номер телефона на 358.